Radio. Меня зовут Моха, я хожу в Real Science в течение 2 лет. Я хочу сказать несколько слов о математике и о программе, которая была построена моим учителем. То есть первый этап начала этой базы – это, наверное, уважение к предмету. Главное – это понять, что если вы не будете уважать предмет, предмет вас не будет уважать, вы никогда его не сможете выучить. Главная причина, почему я выбрала Real Science – это эффект. То есть я сама знаю о своих знаниях, я учусь некоторое количество времени, потом мне дают тесты, и когда я вижу, когда я сравниваю тесты, которые были в начале и которые были примерно через 2 месяца, я вижу огромные результаты, и я вижу то, что если я хочу, то я могу сделать. И я действительно сейчас не боюсь слова математика, как 2 года назад. Что говоря о моем учителе, он не только умный, но, наверное, и мудрый человек, потому что такого ленивого ученика, как я, поднять на ноги было бы очень сложно. Но он это сделал. Он это сделал своим способом. Он сначала показал мне, чего я могу достичь, если я выучу математику. Приходить сюда не как на учебу, а как просто в свой дом, к людям, к семье, у которых есть своя цель. То есть дома у вас есть цель какая-то, просто, например, может быть, поднять экономику своего дома, очага. А тут у нас есть у всех цель одна – поступить. И каждому рекомендую. Рекомендую я это не тому ученику, который хочет просто поступить в вуз. Я рекомендую Real Science тем людям, которые хотят построить успешное будущее. И в конечном итоге я бы хотела сказать, что все-таки Real Science — это супер.